Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лаодамия. Лаодамия – жена Протесилая, первого грека, убитого при высадке в Трою. О Протесилае Гомер говорит только, что тот оставил «с душою растерзанных» кавычки, свою жену Лаодамию и недостроенный новый дом. Для латинских поэтов Катулла, Вергилия и Овидия центральным в этой истории стал образ Лаодамии, как любящей женщины, неспособной смириться со смертью своего возлюбленного. Согласно Овидию, Лаодамия вымолила у богов трехчасовое свидание с тенью погибшего мужа, и после этого свидания, не будучи в силах снова остаться одной, покончила с собой. По другому сказанию, она при известии о смерти Протесилая сделала восковое его изображение, а когда отец ее сжег, это изображение, она сама бросилась в огонь. Но так вкратце о Лаодамии, жене Протесилая, первого грека, убитого при высадке в Трою. Пока-пока, до свидания.